Криворіжців запрошують побачити різьблену на склі роботу Василя Пілки ігуменя Святої Гори Афон. Ікону Пресвятої Богородиці виставлять у холі театру імені Тараса Шевченка на проспекті Поштовому. Експонуватимуть нову роботу майстра протягом 2 днів – 18 та 19 травня – з 14.00 до 18.00. Згодом ікона має відправитись на гору Афон до храму Преображення Господнього. Дорогой Кривой Рог и криворожане нашего города, жители, гости, кто за эти 2 дня, среда и четверг, будет в Кривом Роге, я приглашаю всех лично посетить просмотр этой работы, потому что она с Украины, с Кривого Рога, уходит навсегда. Это образ Пресвятой Богородицы, игумени Святой Горы Афон. Это в Грецию. Она готовилась на монастырь Пантократ, и с Пантократовского монастыря она будет подниматься на вершину Святой Горы Афон в храм Преображения Господня. Всех приглашаю, кто-то даже, видя ее, почувствует, сколько там моих мужских стараний, слез, понимая, в какое тяжелое время эта работа создавалась, духовно, морально. Я благодарен руководству города в лице Юрия Григорьевича и Александра Юрьевича в том, что они предоставили мне такую возможность показать в единственном городе, в театре Шевченко, в центральном холле эту работу.